Спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где сегодня должно было состояться заседание в отношении детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Несмотря на сопротивление, спецназовцы начали оттеснять людей, чтобы вывести подозреваемую в СИЗО. Впоследствии им удалось освободить судебный зал и коридор, и конвой вывез Кузьменко в СИЗО. Напомним, 20 декабря Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Рифмастера Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Добавим, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Рифмастера Антоненко до 8 февраля 2020 года. Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко. Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.